Нам поручили прощание с выпускниками. Как мы это будем делать? Господи, ну что за проблемы? Зачем суетиться? Обычный последний звонок. Думаете, они не хотят из школы уходить? Да, они об этом только и думали. Как бы поскорее уйти? Прощаемся так. Пацаны, всем пока! Будете в нашей игре? Забегайте! И все? Да. Давайте скорее поздравлять. Вон они на нас смотрят. Приветствуем. Обалденных. Замечательных. Дружных. Разносторонних, развитых. Активных. Веселых. Любознательных. Ярких. Единственных. Милых. Наших выпускников. Все парни красавцы, сильны и умны, мечтаем на них быть похожими мы. Есть среди них, кто даже не курит, все класс убирают, по школе дежурят. Все любят учиться и слушают маму, кашу едят, не ставят ни грамму. Короче, дороже, их нет у нас в свете. Какие хорошие выросли дети. Если спросят у меня, друзья мои, где же лучше в стране выпускники? Скажем мы смело, что лучше в мире выпускники школы номер 16. Будем мы без лишних слов брать пример с выпускников. Мы, первоклашки, вас поздравляем с самым последним звонком. И на прощание вам пожелаем счастья, удачи в мире большом. Мы вам ЕГЭ желаем сдать и в вузы поступить успешно. С улыбкой школу вспоминать и быть счастливыми, конечно.